Здравствуйте! На ваших экранах программа «Городские встречи». Уже через 2 недели стартует фестиваль «Небо России-2016», и в его преддверии к нам в гости пришли организаторы бессменные Александр Маврин и Лев Борисович Маврин. Расскажите, пожалуйста, чего нам ожидать в ближайшее время от фестиваля? Поскольку фестиваль в этом году будет уже проводиться спустя 26 лет после первого всеми нами любимого исторического фестиваля 1990 года, и все будет зависеть, как всегда, от чего? От погоды. Погода нам сделает, я думаю, что подарок. Все дни будет летные, все дни мы будем летать где-то или над городом, или около города. И горожане смогут полностью насладиться прекрасным взором данных летательных аппаратов. Будут спортивные соревнования. Пройдет в рамках фестиваля 11-й Кубок России, насколько я понимаю, да, по воздухоплаванию. В чем состоит задача спортсменов? Расскажите нашим телезрителям. Пилот показывает свое мастерство в полете, используя разные направления ветра. И, соответственно, в процессе полета он отслеживает и по другим находящимся аэростатам управления ветра. Также у нас своя очень сильная метеокоманда, выросшая из студентов и сейчас обслуживающая сборную России. Вот сейчас уехали они в город Мерш, Люксембург, где встречаются сильнейшие 35 мировых пилотов. И, соответственно, все, что связано со спортом, это именно точность полета. Вот. И все, что связано со спортом, мы остаемся все еще верны традиции, пока что до некоторых пор. Привлекаем молодых людей в воздухоплавание в качестве наблюдателей и судей. На прошлой неделе встречались с новым, скажем так, потоком. Ребята молодцы, все активно интересуются. Ну и, соответственно, сколько у нас? 26 минимум обсерверов, наблюдателей именно рязанских, которые в этом году уже были приглашены, ну и участвовали на чемпионате России в Великих Луках, в Кунгуре, и вот поедут в скором времени в Белгород. Я хотел бы добавить, Александр немножко как бы промолчал и не сказал, что он у нас тренер национальной сборной команды по высокоплавательному спорту, судья международных по категории, и по итогам того года вместе с Сергеем Латыповым они пятые по рейтингу в мире. Пятые по рейтингу в мире, чтобы вы до конца понимали. Вот Александр Маврин подготовил команду, которая пятая по рейтингу в мире. То есть нам явно есть чем гордиться. Конечно. Задача спортивного директора наиболее как бы полно или красиво, или красочно показать вот, спортивный полет. Вот мы-то боремся за что? За красоту полетов. Не просто там слетали, а чтобы он был все красивый. А именно поэтому, наверное, «Небо России» завоевало за годы своего существования такую известность, популярность и стало визитной карточкой нашего города, правда? Вы, когда начинали все это, ожидали, что так далеко зайдете? Значит, наша хрустальная мечта пока еще не сбылась. То есть хрустальная мечта семьи Мавриных – это провести чемпионат Европы и мира. То есть у нас есть все, кроме денег. Вот мы завтра готовы провести чемпионат Европы, дайте только денег. Послезавтра чемпионат мира, дайте только денег. Мы всех подготовили, судьи, пилоты, условия. У нас уникальные полетные условия. Это вот именно пойма реки Оки и поля, которые у нас простилаются до Липецка, Тамбова и Воронежа. Летать не хочу. Воздухоплавательный мир, он самодостаточный, поскольку у нас ведь был случай, когда наш пилот из Подмосковья был второй по рейтингу в мире. То есть мы как бы в уровне пилотского мастерства уже таком на хорошем мировом уровне. С нами считаются. С нами не считается Министерство спорта Российской Федерации, когда на проведение воздухоплавательных мероприятий денег не выделяется. Между тем, это довольно странно, потому что это один из самых красивых, романтичных и, между прочим, сложных и интересных
Можно это говорить, видов спорта или вряд ли? Когда сами совершаем полет, мы с вами видим, как мы говорим, подстилающую поверхность. Но подстилающая поверхность – это у нас с вами территория планеты Земля. Ведь все забывают, когда народ мимо проносится по пойме реки, а пойма реки Оки, она нам рассказывает свою историю за последние 5000 лет. Не было и египетских пирамид, а Ока текла. Она жила своей жизнью. И мы даже почему-то куда-то, Бог знает, куда едем что-то посмотреть, но мы приглашаем туристов со всего мира, чтобы они посмотрели уникальные природные явления пойму реки Оки. Хотелось бы сказать, что это не только вид спорта, но и такой большой пласт в исследовательской деятельности. Естественно. Допустим, вот приезжает к вам на фестиваль не один год Николай Галкин, насколько я понимаю, он даже на Роскосмос работает, то есть на воздушном шаре можно исследовать космос. Расскажите, что вы об этом знаете? Просто в двух словах. Значит, Николай Галкин у нас чемпион мира в полетах на дирижаблях. Вот сейчас только не помню, какой год, он такой интересный это человек, а поскольку для чего летают спутники? Чтобы делать красивые фотографии планеты Земля, посмотреть тот или иной рельеф, то, что как бы скрыто под толщиной поверхности. То же самое мы можем это делать там, с высоты тысячи, полторы, трех тысяч километров. Фотографии получаются уникальные. И у вас есть уже этот опыт. Есть, да, такой опыт. Александр, к вам, наверное, вопрос, как к судье. Что должен сделать спортсмен, чтобы максимально точно выполнить задание? Для наших телезрителей расскажите, пожалуйста, от каких факторов зависит, насколько спортсмен будет успешен в соревнованиях? Пилот-спортсмен. Получается, как в любом деле, то побеждает тот, кто не ошибается. Вот. Чем меньше он совершит ошибок, тем меньше получит штрафных очков. Вот. Потому что мастерство, в принципе, это понятие это такое, если мы возьмем пилотирование без, как сказать, без эмоций, да, то есть чисто физическое какое-то выполнение, то человек, ну и пилот может гораздо больше. А вот эмоциональная составляющая, в принципе, она и заставляет человека потом ошибаться, когда ты лидируешь, и боишься потом упустить свои очки, и, соответственно, начинаешь ошибаться. Вот. Но это я так говорю, в принципе, про психологию больше, да, в любом виде спорта, в том числе воздухоплавания. А так, все, что касается спорта, это прогнозирование. Преждевременное, скажем так, даже не преждевременное, это плохое слово, заранее. Да, когда ты, в принципе, должен пролететь свой полет в голове до момента старта. И выбрав место старта и наполнив уже аэростат, ты уже не в силах ничего изменить, потому что ты уже подвержен влиянию ветра и в потоке. И, соответственно, куда у тебя он вынесет, туда ты полетишь. Если ты ошибся в прогнозировании, ты уже не достиг там высших каких-то отметок баллов, да, не получил результата. Помимо, конечно, спорта как такового, это все-таки эстетика этого вида спорта, она очевидна. То есть у тебя и большой исполинный аэростат, и потом с корзины, ну, у тебя совершенно другое видение Земли. При одном упоминании о фестивале «Небо России» у многих щемит где-то в груди, потому что человек всегда мечтал летать, а пилоты аэростатов ближе, чем мы, к звездам. Я думаю, что жизнь Рязанской области сложно представить без фестиваля «Небо России». Поэтому мы с нетерпением ожидаем 14 августа, когда состоится первый взлет. Благодарим Александра и Льва Борисовича за то, что пришли к нам в студию. Прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего доброго.